Уважаемые дамы и господа, небольшой отрезочек, природных мест, в частности, самостейного пляжа в селе Махра, Александровского района Владимирской области, святые места. 115 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, бывшая вотчина покойного Алексия II, патриарха всей Руси. Здесь у нас продается несколько объектов, решил снять пляж, на котором в летний период жители и гости села Махра приезжают, жарят шашлыки, купаются, отдыхают. Это небольшой отрезочек для раздела новости, зимнее видео окрестностей села Махра. Вот речушка у нас такая тут. По местным меркам это достаточно широкая река. Достаточно. Леса в основном преобладают хвойные породы и березы. Вадим, агент недвижимости «Золотое кольцо», благополучие. В селе Махра у нас продается несколько объектов, в том числе, жилой дом и несколько участков. Также участок с фундаментом. Живописный въезд в село Махра от деревни Юрцова. Вот такие у нас красивые сосенки тут в снегу стоят. И также имеются вкрапления березок. А там уже у нас находится село Махра и Свято-Троицкий Махрищенский женский Стефано-Махрищенский женский монастырь.